Илья Геймзабекович на безмолвной. Мне понравился вчерашний ран очень сильно. Я бы еще за точки погонял, если выпадут. Мои расширения. Активировать, установить как оверлей 1. А, они друг друга заменять должны. Вау. Так. О, работает, ёпта! Охереть! Боже мой, вы... Нахрен, посмотрите! Смотрите, ой, смотрю нахрен стрим! Ой, так не работает. Ой, стоп, что? Я все испортил! А как? Опа! Навел на кольцо змеи. Выберите на две карты больше в начале боя. Сюда кликаем. Опа! Колоду можно посмотреть! Можно посмотреть колоду! Посмотреть апгрейдженную версию любой карты, вы понимаете? Нахрен, какая... Вот такой интерактивности на Ютубе никогда в жизни не будет. Поэтому и не хочется нахрен с Твича уходить. И хочется в тот же момент. Это же просто невероятно. Кайф? Все. Теперь будем играть как мужики. Картинок в картах нет, а так кайфово. Ну, наверное, слишком заморочено делать, может, я не знаю. По-моему, артов на картах и не должно быть. Наверное, просто слишком много весит это будет, я не знаю, прогружать долго будет. Хз, в чем проблема? Но главное, самое главное, то, что можно на релике наводиться и читать. Это же супер. Мобильный Twitch даже бета-ТВ не поддерживает. Но мобильный Twitch, потому что работает по-другому. Они должны быть, вроде, недавно смотрел. Я когда смотрел, у меня тоже артов не было, когда я у Варлока смотрел. Так что не знаю, друг. Возвращение смотреть можно? Не знаю, наверное, нет. Может, из-за русского языка? Может быть, не знаю. Так, получить 3 зелья, выбрать случайную бесцветную карту, получить редкую карту. О, на выбор. След в воздухе. Наверное, получше, чем адреналин. Хотя, кстати, хрустальный нож, левел 1, это... аннигиляторная пушка, но след в воздухе. Если подшивы играть, то... Найсушка. Два магазина не очень. Что-то какие-то руты. Вафлянские. Три файта осилю ли я? Три файта и элиту. Давайте попробуем. Когда пельмени жаришь, холодной или горячей водой заливаешь, если заливаешь вообще. Вообще, в основном не заливаю водой пельмени. Пробовал заливать. По-моему, я заливал холодный, что ли. В ней размешивал перец, еще какие-то приправы, но это не то чтобы существенно. Так, окей, шивы. А может вот так пойти? Тут как-то поинтереснее рут. Магаз, костер, элита. Да, наверное, вот так пойдем. Ну, почему нарандомило? Почему? О, блин. Очень плохо, то, что здесь нарандомило магазин. Потому что этот магазин... Тут я мог потенциально фармануть голды на этот магазин. В итоге две клетки в молоко потратить. Это очень много. Это потенциальные карты. Вот такой варлок, стример. На 6 реликов пули С. Чего? Го вправо очень опасно. Ну давай.
какие пельмени больше любишь, я бульмени. Бульмени, на самом деле, очень-очень быстро приедаются, как и все вот подобные штуки-дрюки. Как всякие чебупели, вот это вот дрочь. По идее, он меня не перескелет. Тем более, это невысокие возвышения. Кучат, QTG, погадаешь? Да. Гадаю прямо сейчас. Как тебе хинкали? Никогда не пробовал хинкали, если честно. Хочу как-нибудь попробовать хорошие хинкали какие-нибудь. На элиту это лучше. Потенциально в будущем вот это, конечно, лучше. Надеюсь, то, что мне потом все по плану еще придет. О, металлизация! А зачем? По 44 хп не очень, конечно. Хороший стартовый ход. Пробовал манты или манты? А, металлизация так работает на мобах. Сглупил. Вообще металлизация жестко работает. Как большие пельмени, но с более вкусным мясом. Блин, металлизация очень стронг на них. С магнитом может прийти хилка, по-моему, да. Нет? По-моему, да. А может быть и нет. Ладно, не доверяй мне, я не уверен. Наверное, все-таки нет. Я и сам что-то не помню, чтобы с магнитом мне приходила хилка. Наверное, нет. Я думаю, я вру. Я набрал, скорее всего. Это как с творческого ИИ не приходит самопочинка. Так и с этого. Да, иначе можно было бы просто оверхилиться постоянно так. Зачем цифры над картами? Чтобы знать, сколько в руке карт. Очень быстро. И чтобы пользоваться шорткатами на клаве. Как насчет Twitch мода? Пока нет. Там посмотрим. Вообще никогда не понимал мою сестру или маму, которые не хотят готовить для себя, но как только для кого-то другого, так сразу. Мне никогда не было лень готовить. А так как я учился бабушке, ему спектр навыков крайне обширно, могу побыть хозяюшкой. Привет, это билд на заточках? Вероятно. Как же след в воздухе везет. Файт этот. Я могу сказать свой опыт в игре. Кому это сообщение адресовано? Жалко, на мобильном Твиче не работает. Да, мобильные юзеры, как обычно, лишены многих возможностей. Тебе? Ну, наверное, да. А зачем? Какой же долгий файт, какой ход это? 23-й ход! О, ртутные часы, хорошо.
Когда ход начинается, тогда пишется, какой ход. Нет! Гарант магазина нет? Значит, и сомнений нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Да какое все ГГ? Нет, карта, конечно, хорошая, но не до уровня все ГГ. Ой, не карта, а релик. Время отъехать от тайм-итера. Вчера был тайм-итер, на заточках я выиграл. Зависит от билда самого конкретно. Чё за релик? Можешь навестись и прочитать. Бадабумс. Агония, ауи. Тоже думал, брать не брать, но решил все-таки многовато. Мне не столько агония нужна, сколько именно вот карты типа плаща и кинжала. Блин, хищник супер. Но плащ и кинжал еще лучше. Я еще на одну элиту хочу. Сраева хочу. Оу. А что, можно... Да нет, я не знаю, ураган стали какая-то тупая карта. Ее бафнули, конечно, как и все шиф-карты. Я возьму еще один плащ кинжал. How you like that? Do 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 do. How you like that? Da 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 da. How you like that? Do 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 do. How you like that? Da da da. Как ее бафнули, разве не так же работала, не такие же цифры? Две энергии стоило. Так. Нет. Мне нужен этот кронциркуль. Субит, пососи мои яйца. На самом деле, ну, несущественная разница, в чем в шипах или в шиве. Он не каждый ход атакует. Конечно, на вот следующей атаке, когда он зарядит ее конкретно, выгоднее было бы взять шипы. Но я думаю, это не критичная разница, которая вряд ли меня убьет.
Я надеюсь. Шиф дает защиту. Дает, да. Опасно, на грани прям. Очень опасно. Не зря я зелье выпил. Вообще, кстати... Смысл брать кронцеркельцу, у тебя не так много защиты, у меня дохрена защиты. Я думаю, можно взять. О! Сюда. Надо до хера карт грейдить, до хера. Вот когда у нас стоит две энергии, это, конечно, больно. Я не могу, не могу, не могу. Я могу выпить зелье. А, это не то зелье. Ну, вам пофиг. Облик, у тебя много дефа, заточек идет же. Ну, бери облик. Что ты мне облик свой пишешь? Бери облик, дружок. Бери нахрен свой облик, что ты мне пишешь? Вот эту фигню, которая дает золотые карты повышенные, по-моему, да? Или он дает фигню, которая дает... Три шанса на золотые карты. Какие мне нужны золотые карты? Кроме адреналина никакие. Мне нужно точить колоду и релики находить. Головоломка хороша. Я не хочу ее отдавать. Блади Вуди, спасибо за 70 рублей. Играл или смотрел, когда мы 4 души? Чуть-чуть совсем смотрел. Все, хорош. Там карты как бы нормальные, которые синергируют вполне, но хорош. Очень много точить надо. Вообще можно на элиту, наверное, сходить. Главное, чтобы не предводитель гоблинов. У меня зелья хорошие. Тут покрытие ядом опять же не играем. Рискуем, пох. Окей, вроде норм.
Я думаю, это как-то можно было лучше разыграть. Сколько бингуса должно быть в колоде, чтобы покормить бингус 2 защиты, 1 корм, 0 билдов, 65 рублей и 15 копий? Нормально, это моя цитата прямая. Это все из нашего дискорда. Good. Вот это не good. Блин, вот это не good. Я бы пошел на еще одну элиту, а потом в магаз. Или рискнуть. Надо рисковать. Обязан рисковать. Риск не оправдан, абсолютно оправдан. Абсолютно оправдан. На возвышениях надо рисковать. Так, ну десятку я, наверное, получу. Не повезло то, что он атакует, потому что шанс на это был маленький. Так, это летал. Смотрим. Охеренный магазин. О, боже мой, сколько тут всего хорошего. Да, да. И теперь выбор, подножка или искаженная воронка. Подножка прям супер. Но, блин, это карта, карт у меня и так немало. Ладно, похуй, пускай воронка будет. Просто была бы загрейженная, может быть, уязвимость. Я бы подумал. Жалко, я от не пришел. Слава, пришел с Ютуба первый раз, успел на стрим. Добро пожаловать. Сундук реворкнутый, почему нет? Ну хотя уже слегка поздно для него, не бейте меня. Хороший, я тоже думал о нем. Я решил вкачаться здесь и сейчас, а не в будущем. Потому что мне сейчас босса убивать надо будет. О мой бог, мне просто столько карт тащить нужно, это кошмар. Отдай. О, фак. У меня календарь есть, не забываем. Thank you.
Сыграем сейчас яд. Страшилка, да, конечно. Календарь прокнут на этот ход. Вот поэтому мне не помешал бы этот, как он называется. Вы поняли. Рунциркуль. Почему такая энергия? Раз, два, три. Четыре. Я думаю, лучше даже оборону заменить. Так, что там у нас? Алхимия норм, взрыв трупа... Да, в принципе, кстати, нормально. Шквал кинжалов говно. Ну, такое. Скул будет... О, таймлорд. Ну ты, сука. Ну, два раза подряд таймлорд, это уже как-то подло. Очень много для этой колоды еще нужно всего, чтобы доделать. Да, слышал то, что СНДК задержали. Видел даже видео. Мне как бы точиться надо, но при этом у меня насекомое. При этом может выпасть какой-нибудь сюрикен или кунай с элиты, да? Вообще, этот рут суперинтересный, конечно. Прикиньте, тут реально ни одного файта не будет в трех вопросах. Раз, два. Пойдем пока сюда, а там разберемся. Четыре энергии мне бы, конечно, супер не помешало. Херово, принец босса выпало, это очень плохо. Вот выпала бы четвертая энергия, я бы, наверное, был уверен в забеге. Гораздо больше, чем сейчас. Трогала твоя ситуация про то, что ты не можешь вывести деньги с Твича. Так что держи надушек. И удачного стрима. А я пошел спать, потому что завтра в школу. Спасибо большое. Влади Вуди. Спасибо тебе огромное. Damn, bitch, you live like this. Убьем их календарем. Мне не хватает энергии, очень сильно не хватает энергии. Катастрофически не хватает энергии. Что-то как-то
Ну что это за магазин? Ну очищение выглядит круто. Это какая бомба? Блин, очищение выглядит вообще неплохо. Есть вариант пойти через элиту, потом вырулить в еще один магазин и понадеяться, то, что он будет лучше. Это, тут просто нет ничего, что могло бы мне вот выиграть ран. Ну, вафли классные, понятное дело. Зачем очищение? Потому что колода жирная и много ненужного. Удары ненужные, обороны ненужные. Шквал кинжалов ненужный. Короче, сейчас очень-очень важное решение. Либо я просто беру вафлю, и я живу, и у меня все ок. Либо я надеюсь закупиться в этом магазине каким-нибудь сюрикеном или кунаем, если его наролит. Рискуем? На возвышениях нужно рисковать. Да, нужно. Классный вопрос. Что за пипеги? О, это опасно. Хороший старт. Отличный старт. Хотя бы старт отличный. Я думаю, не достоин зелья. Лучше слабый застакается на три хода. Я чувствую ветку, не надо чувствовать. Так, все очень плохо. Как же он больно бьет, однако, ну. Дай зелье, это сейчас ничего не решит. Да, наверное. Опять эта тварь. У меня дежавю какой-то по этому забегу. У вас нет, чат? Он с первого удара замешивает ожог. Зелье, чтобы ролить хорошее. Что ролить? Нечего ролить. Сейчас ролить придется. Не в прошлом файте. Я, наверное, просто добью его зельем. Или нет? Так, сперва вот так. Не буду я его зельем добивать. Я выпью вот это. Так, след. Мне вот, кстати, интересно было всегда, почему у тебя фулл-тайм стоит слоу-мод. Ну, потому что слоу-мод, мне кажется, это обязательная мера.
Если человек не может высказывать свою мысль за одно предложение, то это его проблема. Впервые на твоем стриме ты каждый день стримишь? Нет, не каждый день, далеко не каждый день. Я вообще ютубер. Ну, кстати, я ютубер с полуслова так-то. Сколько тебе секунд сломот? Я не знаю, это к модерам вопрос. Они его регулируют. Хорошо прошел, кстати, очень хорошо. И выпало... Ну, просто катастрофа выпала. Я не знаю, не везет. Сильно не везет. Рывок прикольный, но не прокачанный. Ну, какой не прокачанный рывок с элиты, вы чего? Восполнить все ОЗ, получить сомнения. Которые я смогу продать... в магазине. Блин, так-то отхил мне вообще нужен. Либо редкий релик, но редкий релик мне еще больше нужен. Я должен вытащить хороший релик, который мне выиграет игру. Семь секунд слоу-мода, это, кстати, мало. Я обычно гораздо больше ставил. Так что модры еще щадят. Это будет ботинок? Найс ход. Ой, я придурок! Поторопился. Надо не дезморалиться, все окей. Все, играем. Играем сосредоточеннее. Такие мисплеи сейчас могут стоить рано, как бы. Неплохо, неплохо, но не выигрывает забег. Хорошие карты, не прокачанные, непонятно почему. Ну, этот магазин определяет судьбу забега. Вы готовы, чат? Чат, считайте до 10, я открываю. Десять. Тинкшот! Не, меткость прокачанная супер. Есть, есть потенциал на победу, я вижу его. Ритуал, фея в бутылке, меткость. Это то, что выигрывает таймлорда. Котелок норм. Нет, харизма не выигрывает этот ран. Харизма отличная, но... Меткость. Ритуал. Очень хочется фею, но я не знаю. Чё-то я не знаю. Да, наверное, кстати, удаление карты будет лучшим вариантом. Даже не взять харизму, а удалить удар, реально. Проблема феи в том, то, что если я беру фею, то у меня не работает алхимия. А мне еще нужно дойти. До. А, у меня, кстати, еще гарантированная элита. По дороге. Вот это прикол. Вот это магазин сгенерировался, да? Вот здесь, а не вот здесь перед костром. Просто все палки в колеса. Я не могу брать фею, как бы я ни хотел. Нельзя фею брать. И харизму тоже нельзя брать. Надо удалять карту.
Мне кажется, даже... Ну, нет, взрыв трупа надо оставить, возможно, элита будет. Значит, выкидывал алхимию. Выкидывать халявную алхимию, которую можно прокнуть еще здесь, здесь и здесь три раза? Ты уверен? Слева можешь элиту обойти. Там прокнет макаронный монстр или переходящий какой-нибудь, я не хочу. Плюс алхимия сжигается, поэтому ее удалять это тупо. Чат, не тупите. Удар удаляем. На фею посмотрели и поплакали. Потому что на этом возвышении нет трех слотов под зелье. Привет, Серега, почему волнокотик не стучит по чату? Потому что нет вичмод. Ментальный взрыв тоже прикольный, да? Был бы прокачанный. Черт, 157 золота еще. Страшно, честно говоря, мне. Ой, чего-то кричу. Так, ну... А вы предлагали нахрен алхимию выкинуть? Кто это предложил? Кто предлагал выкинуть алхимию? Посмейтесь над этим человеком. Не я. Я думаю, все, я больше ничего не беру. Я полюбас хилюсь на костре. И иду через вопросы элиту. Вообще, захват ноги даже не особо выглядит, но, наверное, взрыв трупа еще хуже выглядит. Вряд ли здесь будет снова девочка с этими с кинжалами. Давайте взрыв трупа выкинем. Захват ноги не особо для таймлорда, конечно. О, слава богу. Карт до хера. Ночи тем, кто уходит. Почему ты вернулся в СТС? Нравится игра? Конечно, хотелось бы наоборот, но скидывает карты. Мисплейчик.
Привет, манкерист. Ой, ёб твою мать. Ну, наконец-то. Я так к этому долго шел. Сейчас бы зелье энергии. Какой плохой ход. Питаю, наверное, просто питаю. Даже второй след. Все еще могу проиграть бытовое. Возможно, кунай было бы лучше застакать.
Вот она, рука победы. Ой, хорошо. Ой, хорошенечко. Ой, как хорошо. Godlike run, просто godlike. Но было очень опасно. О, блин. Конечно, вот эти приколюхи, замерзшее яйцо, кормовая репа, нахрен. Там, где я надеялся вытащить сюрикен или кунай, он не вытаскивался, к сожалению. Но кунай в итоге пришел. Я не знаю, получилось бы выиграть его без куная. Только с одним лишь ритуалом. Чё-то я, кстати, не уверен, если честно. Было бы хотя бы несколько вот этих вот неуловимостей. Или, может быть, была бы хотя бы ловкость загрейженная. У меня вообще почти вся колода непрокачанная была. Мне кажется, без куная я бы не выиграл. Чтобы выиграть без куная, здесь нужны были прокачанные карты. Думаю, репа тебя спасла, кстати. Временщик же хрупкость тоже кидает. Не, он кидает ее в самом начале, по-моему. Потом он уязвимость кидает. И то я не уверен, что он на таком возвышении кидает хрупкость, если честно. Не, репа здесь почти ничего не сыграла. Тут кунай. Однозначный кунай. Я точно знаю то, что на низких возвышениях... Ну, как, 16-я уже-то не особо низкая. То, что он здесь уменьшает добор карт и уязвимость точно кидает. А вот насчет хрупкости я не помню. Только в начале или... Я уже запутался в паттернах, потому что некоторые возвышения меняют их. Так что, скул будет или я пососу? 16-я же ничего не дает боссам. Но я после игры на дефекте путаюсь. Чё да как. Вот и я не помню, типа, у Таймлорда. У него хрупкость по дефолту есть? Если по дефолту, то в начале только? А если не по дефолту, то только с возвышения, что ли?